Крупный пожар с пострадавшими накануне. В многоэтажке на Зеленом Логе горела квартира. Сообщение на пульт спасателей поступило во второй половине дня. Подъезд оказался сильно задымлен, а жителям верхних этажей требовалась эвакуация. К работам подключились 3 автоцистерны и лестница. В итоге огнеборцы спасли около 30 человек, но без жертв не обошлось. Один мужчина на пожаре погиб, был обнаружен в ходе тушения пожара погибшим, и уже тело его обгорело. Женщина, которая получила отравление угарным газом и в бессознательном состоянии была вынесена пожарными на свежий воздух, ей проводили искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца, у нее имелись признаки алкогольного опьянения. Также были госпитализированы 2 ребенка, однако угроза отравления угарным газом не подтвердилась. Тем временем пожарные уже оценили ущерб. По последним данным, он составил 1 300 000 рублей. Пострадало не только жилье на 6-м этаже, в котором вспыхнул огонь, но и соседние квартиры. У нас ущерб составляет это дверь, потому что пожарные, значит, взламывали дверь. Один замок из 2 заклинило. Вот. И, соответственно, в квартире, в самой квартире копоть, гарь, запах, поэтому все это до сих пор стоит, нужно проветривать. Причины возгорания устанавливаются. По одной из версий, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.